7000 кубометров древесины в месяц. Столько леса уходило за границу с территории Иркутской области на протяжении почти целого года. Выявить канал поставок удалось правоохранительным органам региона. Оперативники установили, что с октября 2016 по сентябрь 2017 года организация, которая занималась внешнеэкономической торговлей, и заключила ряд сделок с фиктивным начальством фирм, которые занимались реализацией древесины. Естественно, все организации оказались подставными. В результате контрабанды сырья Прибайкалью нанесен ущерб на сумму почти 430 миллионов рублей. Оперативники задержали подозреваемую, которая заведовала финансовыми и юридическими делами псевдоорганизации. Сотрудники СОБРа, Росгвардии провели обыски по местам проживания номинальных руководителей фирм. Из офисов изъяты компьютерная техника, флеш-накопители, мобильные телефоны, необходимая документация, а также оттиски печатей. Следователям Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанной избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, причастных к произошедшему. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.